Новая Audi A4 2018 года. Колеса 19 дюймов, 35. Вот надпись прикольно сделали. Резина с защитой. Вот. Прикольно выглядит. S-Line Black Edition. Интересно, противотуманок-то нет. Ночью вот это вот прикольно светится. Хорошо сделали. Сиденье полуэлектрическое, электрическое только. Вот это вот называется лумбар суппорт. Вот эта вот штука. Она там двигается. Оп. Вот, а так все нужно двигать руками. Значит, так заводится. Мне нравится, что дверь открыта. Сейчас Google Maps подгрузится. Оп, прикольно. Руль, как обычно, тут. Не нажимаю, но знает, что я какую кнопочку, над какой кнопочкой палит. Прикольно, тоже сделаю. Подогрев сидений.
Да, мерцание видно, наверное, не 60 Гц. Планшетик. Настройки. Вот эти вот режимы влияют на то, как машина себя ведет, на подвеску и ускорение. А так, в принципе, разницы, кроме этой, больше не заметил. Стандартное меню работает без этого, без лага, без ничего. Тут тоже можно карты вывести, как и здесь. То есть, здесь есть вот разная информация, радио, телефон и карта. Покрутить так. Google Maps. Землю видно. Прикольно сделали. Давай, давай. Так. Ну и не лагает. Иногда на компе больше лагает, чем здесь. Так что хорошо сделали. А, еще одну вещь. Вот, Audi Connect. Информация в онлайне, то есть подключена к интернету, типа машина. Вот, можно узнать любую информацию. Ну, не любую, а то, что тут есть. Вот, то есть события, что там. Прикольно, вот. Это то, что в Честере есть. Так, что тут еще есть? Значит, назад. Идем. Хорошо.
сзади места очень много, за собой сел. Вот у меня тут еще сантиметров где-то 30 будет расстояние на сиденье. Тоже климат-контроль есть свой. Здесь можно. Розетка 12 вольт. Можно заряжать смартфоны. Багажник большой тоже. Внутри. А, прикольно, дали вот бутылку с маслом, не знаю, подливать, что вон там салфетки даже. Так, прикольно продумали. А это что? Это типа... А, это жилет, когда, если что-то сломалось. А вот аптечка. Запаска тут такая вот. Машиной. Ты рассказывай. Так не за машиной, просто заказать. Едем доздравить машинку? Да. Почему ты эту машинку выбрал, расскажи. Не знаю. Что в ней хорошего, чем она лучше других машинок? Экранчиков много. И все? Все. Тебе экранчиков мало было? Да. Везде теперь экранчики. Тесла на бензине. Чипта я тогда взял. Ну, бензин тратиться не надо. Зато на электричество счета выросли. И машину пришлось бы в гараже парковать. И машину пришлось бы в гараже парковать. Почему? Ну, потому что у нас розетки только в гараже есть, на улице нет розеток. Пробка! Нету пробки. Пробка! Нету пробки. Там просто дорогу чинят, я вижу. Вот же знак. Вот вдалеке чинят дорогу. О, как тепло.